Меня зовут Евгений, я очень популярный видеоблогер в этой стране. Слыхали о таком? Честно говорю, нет. Хорошо. 8 сентября что у нас будет? Выборы. Они мне безразличны. Ой, я не пойду на выборы. Ты обалдела? Нет, я правда Топить не пойду. Топить надо за Мишана. Ты представляешь? И мой близкий друг, одноклассник Мишаня Ольховский. Слыхали про такого? Нет. Баллотируется в депутаты. Топим! Куда смотреть? Вообще в камеру? Да куда хочешь. Метро. Ёлки-палки. Голосуй за Михаила Ольховского, и в металлострое будет метро. Здравствуйте, меня зовут Михаил Ольховский. Самый банальный вопрос, который интересует всех металлостроевцев, потому что мы опросили много людей, и все топят одно. Какие у тебя принципы? Что вы хотите сделать для металлостроя, Михаил? А какая у вас программа? Итак, о программе хочу сообщить следующее. В связи с открытием новой школы нету к ней пешеходного перехода. Давай скажем вместе. Давай. Михаил Ольховский. А что говорить ты? Ты говоришь, и у наших детей будет будущее. Давай. Михаил Ольховский. И у наших детей будет будущее. Так а какая же у вас программа? Обширная, емкая, глубокая. И бешеная, Вася, бешеная программа будет, отвечаю. Думаете, мы программу там не слепим? Вот уже программа, 4-й выпуск программы «Путь кандидата». А мы хотим другую программу, другую передачу «Путь депутата». Какая программа бы ни была, если Михаил Ольховский станет депутатом, вы все это увидите вот здесь. Ты проходишь в депутаты. Угу. Я луплю 5 лет про тебя контент, допустим. Сам начинаю там соображать, что к чему, а потом я буду баллотироваться в президенты. Владимир Владимирович, если ты видишь это интервью, позвони, и я думаю, мы все порешаем. Можно так говорить, да? Да. Да можно все здесь в Ютубе. Какой-то там трамвайчик будет ходить до Колпино. А почему у нас-то нельзя это сделать? С Арбатского до сюда, до нас, до металлстроя. Вот я вот этого не могу понять. Топим за Мишаны, и может быть, будет трамвай до Арбатского. Правда? Может быть, я может обещаю, быть. Что я буду голосовать за вас. Предвыборная кампания, которая была у тебя, и эти ролики. Как ты вписался в такой блудняк? Ладно я. Контент себе люблю. Каждое наше движение – это выверенное… И ми-движение. Медвежение. Движение-медвежение. Движение-медвежение. Ну, можно сказать и так, как хочешь. Здесь прослеживается ирония от начала и до конца. Начиная с того, что движуха появляется только до выборов. Это смешно. Нет, есть, конечно, объективное… понимание, почему так происходит. Есть и другое, чем можно оправдать, что вот мы делаем, мы все-таки что-то делаем, да? Ну, кто скажет, не делаем? Делаем. Кто вот. Мы? Кто? Они. Пока сейчас они, дальше мы. А, депутаты, да? Да. Классно сейчас сказал, брат. Кто? Я тебе отвечаю, ты. Ты сейчас сильно сказал, брат. Не, я серьезно, давай еще, говорю. Давай еще. Давай, что, давай. Что еще сказать? У меня дедушка, заболев, он... остается нужен только семье. И это действительно проблема для тех, у кого нету семьи.